Ранее в программе. Мы как один человек. Брак. Чего ты хочешь? Брак — это просто бумажка. Какая разница? Все мужчины нервничают, когда слышат о кольцах и детях. Они наседают на меня сразу вдвоем. Мы просто тратим время. Сложно притворяться, что я не в курсе происходящего. Я знаю, что Бен кое-что придумал для моих девочек. Это Бен? Что? У тебя двоится в глазах? Два раза. У Джета две генетические мамы и два генетических отца. Мы растим его вчетвером, а скоро у нас родится еще ребенок. Я больше не могу его носить, мне тяжело. Тут написано «Мессер». Вы определились? Нет, мы еще не решили. Мы назовем малыша Мессером. Мы — это она и я, потому что твой муж не согласен. Мы с Брайером начали ходить на сеансы к психологу по добрачным отношениям. Скоро они поженятся. Я хочу, чтобы у нас был счастливый брак. Было бы здорово, если бы в нем были я и Бейли, а не я, Брук и Бейли. Она позвонила и сказала, что у нее начались схватки. Она рожает. Ты можешь побыстрее, Денвер, я рожаю. Мне надо узнать ее заново, эту Кристину я не знаю. А ты не думала, что Кристина без тебя — это и есть настоящая Кристина? Мой парень не знает, что мы с сестрой экстрасенсы и что мы на этом зарабатываем. У нас с детства проблема с созависимостью. Джесс, мы должны простить маму, надо отпустить ситуацию. Не помню, когда мы были так близки. Очень давно. Надо просто сорвать пластырь. Скажи, Джон, я экстрасенс. Но я хочу, чтобы ты была рядом. Со мной сестре намного спокойнее. Я экстрасенс, поэтому все и всегда знаю. Я тоже экстрасенс. То есть я приду с работы, а к нам заявляется Джесс. Так будет всегда. Я ухожу. Я читаю твои мысли, и мне не нравится, что я там вижу. Я знаю, что вы говорите об Орландо. Мы мечтаем переехать в Орландо. Рон не разделяет нашу мечту. Нет. Это наша общая мечта. Я села здесь из-за тебя. Теперь твоя очередь уехать ради меня. Я боюсь, что состарюсь, но меня так никто и не полюбит. Может, твоя половинка живет в Орландо. Ты пытаешься подбить меня переехать туда без тебя? Больше, чем сестры. Атланта, Джорджия. Патрика и Патрикс. Давай. Ответь же. Оставьте сообщение. Патрикс. Не отвечает. Я понятия не имею, где моя сестра. Два дня назад я сказала ей, чтобы она ехала в Орландо одна. С тех пор она не отвечает ни на звонки, ни на сообщения. Такого раньше не было. Сестра всегда со мной общалась, а теперь молчит. Надо узнать, где она. Она всегда отвечала на мои звонки. Попробуй еще раз. Я звонила маме, она ничего не знает. Я общаюсь с ней чаще мамы. Да. Мы всегда вместе. Знаю. Почему она не отвечает на сообщения и не перезванивает? Я оставила уже миллион голосовых сообщений. Кто-то должен знать, где она. Я уверен. Я ее чувствую. Я понимаю, вы же близнецы. Я звонила маме, она не знает, где Патрикс. Не знаю, где ее искать, у кого она может быть. Я не знаю, что творится у нее в голове. Хочется, чтобы она ответила хотя бы на один звонок и сказала, где она. Тогда я успокоюсь. Мы найдем ее. Рон, она моя лучшая подруга. Я знаю. Я бы с ней так не поступила. Она должна ответить. Привет. Привет, Джей. Что случилось? Пытаемся разыскать Патрикс. Она в порядке. То есть? У нее все хорошо. Что? Хорошо? Ну да. Зайди.
Что происходит? Где Патрикс? Начинается на Т, заканчивается на Хас. Что? Техас. Патрикс мне как вторая мама, у нас близкие отношения. Она доверила мне тайну, попросила никому ничего не говорить, пока родители не начнут беспокоиться. И вот, они беспокоятся. Я знаю, кому она поехала. Кому? К Тони. Она в Техасе с Тони. Готова поспорить на все, что угодно. Сестра познакомилась с Тони 6 лет назад. Из всех ее мужчин он самый положительный. Их отношения похожи на качели. Вверх, вниз. Они даже говорили о браке. Потом он передумал, потому что был не готов. 2 года назад Тони решил переехать в Техас. Насколько я знаю, это был последний раз, когда они общались. Так что для меня это большая новость. Такого я не ожидала. Я знаю, что ты в Техасе. И 3 восклицательных знака. Срочно перезвони. Хорошо, что она с Тони. Я хотя бы его знаю. В любом случае, она должна была сообщить, куда едет и зачем. Пишет, что перезвонит. Ура! Патрикс! Что? Объясни, что происходит. Мне нужно было подумать, собраться с мыслями, решить, что делать, а потом случилось это. Что это? Я помолвлена. Что там? Рон, она помолвлена. С кем? С Тони. С Тони, ну конечно. Ты мне об этом ничего не говорила. Я сама не знала, что это случится, но, как видите, я так счастлива. Ты вернешься в Джорджию? Да, я приеду. И все обязательно расскажу. Езжай сразу к нам. Все, мне пора. Хорошо. Я люблю тебя. Хорошей дороги. Люблю тебя. Пока. Пока. До встречи. Да, Тони. Вам нравится Тони? Он ничего. Только немного... Странный. Странный? Ну да. Помнишь, как он все время: «Эй, давайте все сюда, обнимашки, обнимашки». Тони любит обниматься. Рон у меня не такой. Я тоже люблю. Ты обнимался с Тони? А зачем? Он же динамит Патрикс. То он с ней, то не с ней, то опять с ней, а потом опять нет. Как это случилось? Все так быстро? Она же только уехала, и раз тебе. Уже помолвлена. Они знают друг друга очень давно. Не начинай. Оно началось без меня. Я хочу, чтобы сестра была счастлива. Посмотрим, я не дам ему спуску. Ты же меня знаешь. О, боже. Гиг Харбор, Вашингтон. Кристина и Джессика. Мне не нравится, что вы ругаетесь. Я ей ни слова не сказал. Ты вел себя грубо. Так странно. Я рассказала тебе свою тайну, но мне стало только хуже. И что? Сестра сказала, если я признаюсь Джону, что я экстрасенс, всем сразу станет легче. У них с Джоном наладятся отношения, она будет чувствовать себя свободнее, мы станем одной семьей. А что вышло вместо этого? Я рассказала Джону, и все. Они тут же поссорились. Я начала переживать. Приятно, что он принял мои необычные способности, и в то же время мне хочется, чтобы он принял и сестру. Если бы ты отреагировал иначе, все было бы по-другому. Я должен реагировать по-другому? Мог бы быть поприветливее. А что надо было сказать? Я рад, что вы так близки. Надеюсь, мы все уладим. Ну, хотя бы это. На это нужно время. Мы не можем просто перестать ссориться. Я не могу вот так все забыть, что она сказала. Можно я скажу? Вот тебе пример. Я верю, что она может читать мысли, но все же. Вчера я был уставший, сидел и думал только о том, как бы поскорее закончить этот разговор. Может, это грубо, но я был вымотан. Да, говори, извини.
Я не злюсь на Джона, но в этот момент у меня будто открылись глаза. Если у нас ничего не получится, то только по этой причине. Джессика права, когда говорит, что Джону не нравится ее присутствие. Сначала я винила во всем сестру, а теперь думаю, что Джон далеко не такой белый и пушистый. Так. Во всех отношениях я знала, как они закончатся, потому что умею видеть будущее. И я беспокоюсь, потому что я вижу девушку рядом с тобой. И это не я. А теперь происходит это, и я не знаю, что мне думать. А что, если мы не сможем решить проблему? Что тогда? Почему винишь меня? Я тебя не виню. Просто мне кажется, если ничего не изменится, ничего хорошего не получится. В своих видениях я вижу его с другой женщиной. Вижу, что они поженятся, они держатся за руки, смотрят друг на друга. Ты веришь, что появится женщина, которая меня уведет? Я не верю, я вижу это. Есть разница. Какая? Огромная. Ты думаешь, мне хочется видеть тебя с другой? Поверь, это далеко не так. Мне тоже не хочется. Я говорил, что не вижу рядом с собой никого, кроме тебя. Например. Может, если ты поладишь с сестрой, тогда ничего не случится? Не факт. Это очень непросто. Я уважаю твою интуицию и твои видения, но ты должна понять, что я не хочу сидеть и слушать о том, как я женюсь на какой-то другой. У меня есть та, которую я люблю. В прошлых отношениях, если я видела другую женщину, это всегда сбывалось. Не знаю, смогу ли я что-то изменить, но я попробую. Прости.